Хочу видео записать свою рефлексию насчет вчерашнего дня. Что со мной вчера случилось? Несколько дней мне как бы шла внутренняя моя борьба, и везде вокруг меня, везде это все показывало. То там скандал, то там что-то, столкновение какое-то. Все мне показывало мою внутреннюю борьбу. У меня появился объект, мужчина, который мне очень сильно нравится, да. Мне хотелось сказать ему, да, но там много чувств, что вдруг я ему не понравлюсь, а вдруг он подумает что-то плохое про меня, да, я в этот момент всегда по себе забывала. И в этот раз, вот сколько мне уже лет, я всю жизнь вот так шла, как бы, вот таких переживаний, я думаю, дай-ка я попробую вот так. Просто с Лешей еще вчера поговорила, просто взять и вот что мне хочется, прям написать его ему в WhatsApp, что я сделала. И в этот момент, когда я ему написала, я не ждала от него ответа вообще, как бы. Вот в этот момент, вот когда я ему написала, я тут же в себя погрузилась и обратила взор на себя. Что я в этот момент начала чувствовать? Какое оно? Там прям вот, это значит, такое... Я это все прочувствовала, прям наблюдала, была таким сильным наблюдателем за собой, да, прям аж... Ух, вот так внутри, прям аж вот здесь что-то забурлило, здесь что-то волна такая прошла, короче. Ноги сразу ватные стали, я прям проследила все это, да? И дальше все. И за ним не наблюдаю, за собой наблюдаю в этот момент. Интересный факт, что у меня не было той боли, когда раньше было, когда вот, например, напишу, я в ожидании сижу, что же он мне скажет, а если, например, он что-то говорил плохое, да, ну, типа, отшивал меня, да, я себя чувствовала не нужен, такой неуютный, никому не нужен, никудышный, да, и когда он мне написал, что он со мной не готов, типа, такого, да, вот раз, да, я не пошла в обиду, я пошла именно прочувствовала это слово ненужный, да, какая я там. Не было той вообще боли, это было кайфовое состояние. Я вчера даже уснула спокойно, а ведь раньше, когда что-то случалось, вот, допустим, такая ситуация, да, я могла ночь не спать, я переживала вся прям аж. А здесь я так быстренько уснула и рано проснулась. И опять в этом состоянии, опять наблюдение за собой. Это здоровская вещь, это вот как на горке катаешься, джум-джум. Вот. Я знаю, как Альховская сказала им, да, я знаю, что мужчина вокруг меня, это мой внутренний мужчина, что все, что вокруг меня окружает, это мой внутренний мужчина. Значит, он еще пока не готов к этому действиям, да. Моя внутренняя женщина выходит, еще не желает пока этих взаимоотношений или каких-то там чувств или что. Я не знаю, там что происходит, но факт, что этот процесс происходит во мне, и как бы я такой фокус снимаю, что это я в процессе, и я познавание себя вот так прохожу, через все свои ступени. Я принимаю себя вот такой отвергнутой, я принимаю себя ненужной, да. И вот то, что он написал там в ответе мне, вот он в ответе написал, что я слишком много страдал, типа у меня с девушкой еще там отношения были, я еще не готов к этим, типа, да. Это я сама себе ответила, это я там такая. Это он мне просто мне показал меня саму, какая я есть. И вот именно фокус на этом, я сделала фокус внимания именно на то, что он меня отобразил, мое внутреннее состояние. Я ведь на самом деле, когда мне люди, вообще буквально незнакомые мужчины пишут, да, а мне сразу такие, о, сразу такая цепочка, вперед, план, как я буду с ним дальше, мне строить взаимоотношения, как я семью буду строить. Я уже в планах, уже в этих, да. А вот он же мне это и показал, меня саму он мне показал. Вот, и все, что я ему написала, там я написала, что я наигралась в эти страдальческие игры, я наигралась уже в эту любовь, которую раньше играла, да, что-то мне это не хочется такую игру играть, мне уже не в том смысле устала, все, я насытилась этой игрой, той игрой, которая была во мне, да, и этот парень, которому я написала, это не единственный экземпляр, что у меня сейчас такие возможности, оказывается, есть во мне внутри, да. И самое главное, свои чувства принимать в себе. Вот это даже то, что болезнь там состояние. Все равно, вот когда, оказывается, наблюдаешь за собой, это вообще здорово. Это вообще волшебно, когда за собой наблюдаешь. Не за ним, не ему понравится. А себе в этот момент смотришь внутри себя, что там, какие процессы там идут, какие бульканье в желудке, там, сердце тук-тук-тук стучит, да? Это же все классно, за собой наблюдать, за своим этим ручейком внутри себя, короче.